подошел к концу 2015 года. Для меня этот год был непростой, наполнен всякими событиями, очень эмоциональными переживаниями. Год был наполнен разными знакомствами. И я искренне верю, что 2016 год будет более позитивным для меня. У меня на него большие планы. Я всем желаю в 2016 году, конечно же, счастья, любви и исполнения всех ваших заветных желаний. С Новым годом всех поздравляю! Желаю счастья, здоровья и чтобы в жизни были только самые высокие победы! Дорогие друзья, поздравляю всех с новым 2016 годом. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви и хорошего настроения. Всем удачи! С Новым годом! Дорогие друзья, вот мы с вами очутились в преддверии Нового года. Совсем скоро наступит новый 2016 год. И, конечно же, я хочу пожелать вам в наступающем Новом году счастья, здоровья, удачи, любви. Но хочу также сказать, что, например, для меня преддверие Нового года – это пора осмыслений, пора подведения каких-то итогов. Что хорошего произошло в этом году, что плохого, что можно из этого вынести, какие уроки. Вот так вот в преддверии каждого Нового года я задумываюсь об этом. Ну и, конечно же, ставлю цели на следующий год. Знаете почему? Потому что мне кажется, что все мечты, которые у нас есть, могут реализоваться лишь тогда, когда они станут целями. Поэтому я хочу пожелать еще ко всему прочему вам, чтобы вы научились ставить цели для себя. Если вы научитесь это делать, то поверьте, что любая ваша мечта непременно в ближайшем будущем осуществится. Поздравляю вас еще раз с Новым годом! Всего вам хорошего, всего вам лучшего! Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы этот Новый год был намного ярче и чтобы все ваши желания сбывались. С Новым годом, с новым счастьем!